программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Лечится дома, работает дистанционно. Губернатор региона заболел коронавирусом. И снова трагедия на барнаульских дорогах. Под колесами нетрезвого водителя погибла женщина. Вопреки прогнозам, как «Динамо» «КамАЗ» обыграла. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко болен коронавирусом, сообщает официальный сайт региона. Глава края лечится дома, работает дистанционно. Чувствую себя вполне нормально. Единственная температура примерно 37,5, порой 38 градусов пока еще присутствует. Немножко в этой связи головные боли, но думаю, что это все преодолимо, все поправимо. Лечение врачи назначили, буду понемножку приходить в себя. Мероприятия с личным участием Томенко пока отменены на ближайшие плюс-минус 14 дней. Перенесли и сессию Краевого законодательного собрания, которая должна была состояться в ближайший четверг. Спикер Краевого парламента Александр Романенко и несколько депутатов тоже сдали тесты на коронавирус. А между тем, количество заболевших COVID-19 в крае только растет. Всего за период пандемии заболели 13 138 человек. За последние сутки диагностировали 78 случаев заражения, 6 человек скончались. За весь период пандемии умерло 437 человек. По-прежнему много тяжело больных, 148, к аппарату ИВЛ подключены 63. А между тем, в крае уже 20 тысяч заболевших ОРВИ. Такова сезонная статистика. А вот гриппа пока нет, говорят медики. Сейчас перед многими алтайскими семьями встал вопрос, ставить прививку от гриппа или нет. Ведь никто не знает, как организм переживет возможное пересечение действия вакцины и коронавируса. Так ставить прививку от гриппа или нет, узнавала Анастасия Дорога. Сезон кашля, насморка, температуры в разгаре, и это без учета пандемии. Но на ее фоне любое недомогание, как звоночек чего-то большего. Страх растет вместе с цифрами. В крае зарегистрировано 20 тысяч пациентов с ОРВИ. Гриппующих среди них пока нет. Как раз к сезонному гриппу Минздрав готовится основательно. Сначала привить от него планировали 1 200 000 жителей, теперь планы расширили. Целевой показатель до 60% – это та корректива со стороны Минздрава России, которая позволит дополнительно к этому количеству еще привить более 170 тысяч человек. Возможная вот та ситуация, когда происходит микс инфекции, одновременно ковид и грипп, как это будет, насколько это будет тяжело? Этого не знают даже ученые, но жители ищут ответ, ставить ли прививку сейчас – больной вопрос. Ведь повышение температуры и общее недомогание – признаки и простуды, и COVID-19. Валерий Шевченко объясняет, перед вакциной каждого пациента осматривают на предмет противопоказаний. Теоретически больным прививку не поставят. Вариант, когда перед вакцинацией стоит неделю посидеть дома, слишком идеален, поэтому остается рисковать. Сейчас, более того, самый удобный момент, когда еще не развился вот тот стандартный период подъема заболеваемости ОРВИ, когда еще просто банальное ОРВИ не накладывается на вакцинальный период, и есть возможность и время сформировать надежный специфический иммунитет против гриппа. Тем более, что в этом году ожидает появление новых штаммов. Впрочем, для многих прививочников это скорее традиция. Татьяна с детьми ходит на вакцинирование лет 20. Ее опыт удачен. После прививок грипп приносили легче. От него укол уже поставили, теперь выжидают время, чтобы поставить еще один впервые в жизни. От пневмонии ставится прививка только от бактериального вот типа. Когда идет вот коронавирус, все это знают, если человек болеет, то бывает, что подключается еще вот с бактериями связанной пневмонии, человек болеет гораздо тяжелее. В любом случае, рецепт здоровья каждый выбирает для себя сам. На этот момент от гриппа привились 400 тысяч жителей края. О пересечении действия вакцины коронавируса пока не сообщалось. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.
Добавлю, что в Алтайском крае можно пройти тесты не только на коронавирус, но и на ВИЧ-статус. По России колесят машины на сутки, останавливаясь в городах. И сегодня они в Барнауле. Сотни горожан прошли бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Анализ занимает всего 10 минут и показывает результат с точностью до 99%. Если он положительный, человеку выписывают направление на более подробное и бесплатное обследование в краевом спеццентре. Ранее тестирование прошли жители Бийска и Рубцовска. В двух городах было выявлено около 18 человек с ВИЧ. Финальная точка экспедиции – Калининград. Если мы раньше выявляем, то, соответственно, мы раньше берем пациента на лечение. А от этого зависит качество и дальнейшая его судьба и жизнь. Целью акции все-таки является не максимальный охват тестированием на ВИЧ-инфекцию, а привлечение все-таки внимания к ВИЧ-инфекции, привлечение внимания к стигматизации ВИЧ-инфицированных. Продолжим. Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попридухин покинул свой пост по собственному желанию. Причина отставки не уточняется. Напомним, что последние месяцы отмечены скандалами в лесной отрасли. В частности, заведено уголовное дело на начальника управления лесами Владимира Черных. Минприроды уже несколько месяцев судится с одним из крупнейших лесопереработчиков региона, холдингом «Алтайлес». Попридухин занимал должность министра с декабря 2017 года. Его обязанности временно возложены на его заместителя, начальника управления природных ресурсов и нормирования Минприроды края Ларису Беребердину. Она приступила к своим обязанностям уже сегодня. Несколько часов назад на Ленинском проспекте насмерть сбили женщину. Она переходила дорогу в районе геомаркета по пешеходному переходу, который не регулируется. На кадрах видно, что мужчина не притормозил перед переходом. Известно, что погибшая 61-го года рождения. За рулем машины находился мужчина 40 лет. Он пытался скрыться с места ДТП. Его задержали сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Я ее положу на носилки. Положили скорую. Кто скорую вызвал? Там свидетели. Угу. И потом вы поехали, да? То есть, да, мы ее положили, все, я думал, я не знаю. И все, как бы я дошел до машины и поехал. Понятно. Алкоголь употребляли? Нет. Тойота приостановилась на третьем ряду, я тоже остановился. В этот момент Тойота тронулась дальше. Я решил, что они пытаются скрыться, добавил скорости, догнал их, открыл окно, предложил им остановиться. Они остановились, я подрезал машину, чтобы они никуда не скрылись. И мы все вместе пошли потерпевшим. Еще одного пешехода сбили сегодня в Барнауле, также на пешеходном переходе. ДТП произошло на проспекте Комсомольском. Пострадал 10-летний мальчик. Ребенку увезли в больницу скорой медицинской помощи. Все обстоятельства выясняются. По идее, машин на улице сегодня должно быть меньше, по крайней мере, во всем мире день без автомобиля. Мы спросили у барнаульцев, могут ли они отказаться от машины и удобен ли город для тех, кто выбирает общественный транспорт или велосипед. Вы могли бы отказаться от автомобиля на один день? К сожалению, не могу. Автомобиль – моя работа. Было бы вам удобно отказаться от автомобиля? Ну, вы же прекрасно понимаете, что у нас с велодорожками туго. Если, например, дело касается велосипедов с пешими тротуарами, я бы тоже не сказала, что все в порядке. Поэтому дороги, слава богу, более-менее в этом году в порядок привели. Я живу за городом, поэтому без машины никак. У нас город предусмотрен, но в принципе ведь он должен быть рассчитан на тех, кто за городом живет, чтобы было удобно перемещаться без машины. Ну вот как раз этот вопрос к администрации. Борзовая заимка, один маршрутный автобус номер 2, нет ни одной газели, доехать очень сложно, это просто нереально. Без машины там вообще просто жить смысла нет. Когда жил еще в Барнауле, то я пришел к тому, что в Барнауле именно автомобиль не нужен. То есть если развить сети общественного транспорта еще получше, то, мне кажется, можно обходиться без личного автомобиля в этом городе точно. Но не такой большой у нас город. Город можно отказаться на один день. Почему не смогли сегодня? А я не знала, что он сегодня. Ну, теперь любой другой день можете выбрать и компенсировать. Ну, да.
В России предложили продавать алкоголь в новогодние каникулы только в определенное время – с 2 часов дня до 6 часов вечера. Инициатива принадлежит члену общественной палаты. Автор проекта рассчитывает, что ограничение поможет избежать увеличения смертности от отравлений, а также ДТП, разводов и даже абортов. Какие еще градусные изменения могут ожидать жителей края в ближайшее время, расскажет Ирина Корчагина. Один бокал шампанского на Новый год. По мнению врачей, это та самая доза алкоголя, которую можно себе позволить без вреда для здоровья. При этом пить спиртные напитки можно не больше 2 раз в неделю. Но можно ли это объяснить русскому человеку? Ведь для многих новогодние праздники – целый алкомарафон. И с этим надо бороться, считают в общественной палате. Как вариант, продавать алкоголь только с 2 часов дня до 6 часов вечера. Ну, правильно, меньше пить будут. Это, мне кажется, неподходящая мера. Не так надо бороться с алкоголизмом. Если люди захотят пить, они все равно найдут, где купить, или просто будут паленку какую-то покупать непонятно где. Я считаю, что это правильно, потому что люди не будут шататься по улицам в нетрезвом виде, в поисках, так скажем, добавки. Корень-то проблем в другом. Здесь нужен как бы комплексный подход, то есть нужно, в принципе, людей просвещать. Ну, то есть им объяснять, что это нехорошо, нельзя. Ну, создавать условия для жизни людей без там каких-то суррогатов. Если исторически смотреть, да, вот у нас в Советском Союзе было введено полное, как бы, запрет на спиртное, да, ни к чему хорошему это не приводит. Но ограничительные меры, как показал вот опыт, даже в нашем регионе, ведут к тому, что за последние там 2-3 года мы говорим о снижении вообще заболеваемости алкоголизмом, распространенности, пусть даже небольшом, но оно есть. А вот общественная палата Алтайского края подготовила свой документ. Он запрещает работу кафе и баров, расположенных в жилых домах, если площадь заведения менее 30 квадратных метров. В городе 20 квадратов, если речь идет о селах. Кстати, только в Барнауле находится 310 баров в жилых домах. И 170 из них могут пострадать от новой инициативы. Если мы сейчас ограничиваем такие объекты, как, я еще раз повторяю, розничная торговля с услугами общественного питания у тех учреждений, которые квадратных метров меньше 30, то в таком случае однозначно, в первую очередь, они попытаются перейти в статус обычного магазина розничной торговли. И начнут работать до 9 вечера, как магазин. Какая-то часть заведений закроется, ведь для многих небольших баров основной доход приходится именно с 9 вечера до 11 часов. Добавим, что документы обсудят на ближайшей сессии АКЗС. Сам закон может вступить в силу уже 1 января 2021 года. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. 470 миллионов рублей получил Алтайский край на доплаты учителям за классное руководство. Новое ежемесячное вознаграждение в размере 5000 получат почти 15 тысяч учителей региона. Кстати, один педагог может получить выплату максимум за 2 класса, где он является классным руководителем. Причем независимо от количества учащихся в них. При этом все краевые выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство, сохраняются. В Министерстве образования и науки работает горячая линия по вопросам выплат. Оценить разнообразие школьного меню, а заодно и проверить качество еды для своих внуков. В Алтайском крае запустили акцию «Бабушкина столовая». Уже вторую неделю старшее поколение пробует то, чем кормят школьников. Как прошел день открытых дверей в столовой Барнаульской школы номер 52 и какую оценку поварам поставили бабушки, расскажет София Хиценко. И здоровое, и свежее, да. И вкусное. Рациональное питание, здоровое питание. Кто, как не бабушка, заботится о хорошем питании. И если дома еда проверенная, то в школе обычно не проконтролируешь. Однако в этом году на их радость Министерство образования и науки края совместно с Роспотребнадзором решили устроить акцию «Бабушкина столовая». Старшее поколение теперь может прийти и лично проверить качество школьного меню. Борщ прям домашний, вкусный, наваристый, вот ничего лишнего нет. Второе тоже очень замечательное. Подлив, самое главное, на сливочном масле и сметана, и не, все видно свежее. Мясо куриное очень мягкое, косточек совершенно нет. Ну, компот из клюквы, все сбалансировано, все витамины. Я считаю, что очень хороший обед. Дети всегда отзывались и раньше о том, что кормят вкусно.
вкусно, они съедают все. Поэтому, а сегодня мы убедились в этом сами. На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным, обязательно должно быть свежим и должно быть вкусным. В данном случае все три составляющих, они вот сегодня в сегодняшнем обеде, так сказать, сошлись. В этой школе подобные неофициальные проверки качества питания проводили и раньше. Дегустировать школьное меню приходили родители. Несмотря на это, некоторые оставались недовольны. Иногда мамы говорят о том, что либо там накрыто не вовремя, либо холодная пища, либо она невкусная. Ну вот, пожалуйста, пришли мамы для того, чтобы попробовать действительно, правы они в этом или нет. Напомним, что сейчас для учеников начальных классов школьное питание бесплатно, поэтому к его качеству особый контроль. Сегодняшней комиссии творения школьных поваров понравились. Они даже решили выразить благодарность в книге отзывов. И не только. Хвалим школьных поваров. Детям скажем, будь здоров. А здоровое питание добавит сил в образовании. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Почувствовать себя бойцом Красной Армии, попытаться водрузить Знамя Победы на немецкий Рейхстаг может любой желающий. В Барнауле начала работу квест-комната «Знаменосцы Победы» с аттракционом виртуальной реальности. На открытии побывал Илья Кочетков. Бойцы Егоров и Кантария. Когда мы вспоминаем о Красном Знамени Победы, которое накануне 9 мая бойцы Красной Армии водрузили на крышу Рейхстага, на память приходят именно эти фамилии. Но, как часто бывает, неизвестных героев в истории гораздо больше. Именно о них призван рассказать проект «Знаменосцы Победы». Его запустили в честь 75-летия Победы в рамках акции «Бессмертный полк». Информационные фотостенды, портреты героев, фотозона и, главное, виртуальный аттракцион, позволяющий погрузиться в атмосферу памятных дней и узнать то, о чем не пишут в учебниках. Много очень групп пытались либо водружали свои знамена на Рейхстаг. Один из знаменосцев, Кадыкин Петр Петрович, уроженец Крутихинского района Алтайского края, тоже был в их числе. Он герой Советского Союза, он награжден орденами. И поэтому в Алтайский край приехала вот такая замечательная интерактивная квест-комната. Всего таких знаменосных групп было около 60. Точное количество до сих пор уточняют историки. А квест-комнат 14 по числу регионов, откуда родом герои. Барнаульская комната только открылась, так что работающие здесь волонтеры первыми оценили виртуальное приключение. Со всех сторон слышны выстрелы, то есть это действительно даже становится иногда страшно. Ты понимаешь, каково это действительно им было, когда вокруг действительно постоянная опасность и очень страшно. Особенно, когда ты находишься на этом здании, оно тоже очень высокое, оно постоянно рушится. Ну и это еще не все. На площадке можно запросить информацию о ветеранах своей семьи, а также принести и разместить свою информацию о своих героях в базе Бессмертного полка. Работать выставка будет до 18 октября. Илья Кочетков, Николай Шилко, «День с толком». К новостям из мира спорта. Вопреки всему, «Динамо» Барнаул выстоял перед «КамАЗом» 2-1. Вчерашний вечер, иначе как праздником болельщиков, не назовешь. Фаворит группы ПФЛ не выдержал игры с барнаульцами. Но кроме радости победы, игра оставила и неприятный осадок. «КамАЗ» – это лучшая команда, но наши сегодня сыграют ничью. В это верили, честно, не все. Может, потому и шли болеть за «Динамо» лично. Это первая игра с болельщиками. Но трибуны не полные, не шумные. Выкрикивали замечания и нашим, и вашим. Игра непростая, ни эмоционально, ни физически. «КамАЗ» – фаворит нашей группы ПФЛ. Пока ни одного проигрыша. Но первый тайм прошел слишком мирно. «Барнаул» по активности немногим уступал набережным Челнам. Голкипер «Синих» раз за разом спасал ворота, но не таких атак боялись от «КамАЗа». Идет туда-сюда, в общем, идет игра. Но я не знаю, я думаю, сейчас во втором тайме что-то изменится все-таки. Да. «КамАЗ» проиграет. У нас сейчас тоже бодрые выйдут ребята. Да. «Динамо» вперед. У нас защита хорошая. Да. Ну и полузащита. Нападение. При удаче забиваем. Но насколько улыбнется удача, еще никто не знал. Сначала «Барнаул» выстоял в пенальти, после «Синие» стали чаще бывать у ворот набережных Челнов, и на 67-й минуте это сыграло. А второй гол превзошел все ожидания. Пасуя, «КамАЗ» пробил сам себе. Недочетов было много, позже скажет главный тренер. А вообще, выиграть им помешало плохое поле. Может быть, и хорошо, что это все в одной игре произошло. Надеюсь, что в дальнейшем еще раз
мы не будем таких допускать ошибок. Недооценки не было. И по большому счету от нас все зависело. Только от нас. Динамовцам оставалось продержаться, хотя болельщики требовали третий мяч. И он был. Знаю, может быть, я пока на эмоциях, что все-таки свистки были часто все-таки, мягко сказать, в одну сторону. Судья увидел нарушение правил и назначил нам пенальти. КамАЗ открыл счет 2-1. Богдан Корюкин не сдержался. За неспортивное поведение получил вторую желтую карточку и отдал форму. Всю следующую игру ворота «Динамо» в руках Даниила Гавиловского. Вратарь, конечно, сегодня сыграл просто прекрасно. В любом случае, как бы, в команде у нас выходит сильнейший. Как бы, я думаю, это шанс как раз проявить вратарю. Вратарская доля такая, что порой приходится сидеть и по 2, и по 3 года некоторым, допустим, ждать своего шанса. Вот следующая игра, как раз это момент, когда Данилу проявить, опыта у него не занимать. В четверг Барнаул встречает ижевский «Зенит». После победы над КамАЗом «Динамо» поднялось в турнирной таблице с 9-й строчки на 7-ю. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком. У меня на этом все. Звоните в редакцию по телефону 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.